раскладушка для звонков и не только. В этом видео мы поговорим о телефоне Nokia 2720 Flip Dual SIM по комплекту. Телефон, зарядное устройство, аккумулятор и документация. Телефон выполнен в раскладном формате. Снаружи виден только внешний монохромный экран с фронтальной части и камеру на 2 мегапикселя со вспышкой сзади. А внутри расположились экран на 2,8 дюйма и блок клавиш. Причем на левой грани корпуса есть дополнительная клавиша. Она отвечает за функцию SOS или вызов голосового ассистента Google. Выше клавиши находится разъем для наушников. Внутри телефона спряталась современная начинка с поддержкой Wi-Fi и 4G. Более того, тут есть фирменный магазин приложений и предусмотрен WhatsApp, что в итоге это продвинутый, но все еще простой телефон, с которым легко привыкнуть к социальным сетям, например. Он подойдет пожилым людям, которым неудобно пользоваться сенсорным экраном.